чем еще парадокс, мы часто заимствуем от родителей то, чего у них не было. То есть, если спросишь, вот есть родители, которые физически наказывают своих детей. Спрашиваешь, а били ли тебя в детстве? Часто слышу ответ, нет, не били. Я считаю, это неправильно, надо было меня пороть. И наоборот. То есть, родители сегодняшних, которые в детстве там получали ремнем, они вот сегодня своих детей воспитывают без этого. Поэтому, наверное, вот переняв опыт своей матери, я бы больше общался со своим ребенком. Я бы больше влиял на его выбор. Ну а свободным, да. Для меня свобода – это ответственность. То есть свобода не значит, что ты делаешь, что ты хочешь. Это значит, ты отвечаешь за свои слова, за свои поступки. Пожалуйста, делай, это твой выбор, свобода выбора, но и ответственность за все, что ты делаешь. И этому, конечно, нужно приучать с самого начала.